Советская энциклопедия за 1975 год. По производству важнейших видов промышленной продукции РСФСР стоит впереди подавляющего большинства капиталистических стран. Она дает электроэнергии, угля, газа, минеральных удобрений и тканей больше других стран, за исключением США. По выпуску стали, проката и цемента уступает только США и Япония, а по добыче нефти США и Саудовская Аравия. Это на 75-й год. На 74-й год. И вот тут и топливная, целлюлоза, цемент, ткани, обувь, сахар, песок, мясо, масло животное. Где к 1980-му добыча будет доведена до 230-260 миллионов тонн нефти. Итак, вот рассматриваю. Тут и ТЭЦ, и ГЭС, и химическая, и нефтяная промышленность, и черная металлургия. И вот навскидку листок. Вот промышленность, строительство Усть-Илимской ГЭС. Вот это. Кислородно-конверторный цех Новолипецкого металлургического завода. Нижнекамский нефтехимический комбинат, Киров в цехе шинного завода, Чистополь в цехе часового завода, на Байкальском целлюлозном заводе, Киржач ткацкий цех шелкового комбината. Вот интересно, что из этих предприятий осталось или вообще ничего не осталось. ГЭС, наверное, работает, а вот производство, скорее всего, утрачено. Уничтожена советская. Машиностроение, стройматериалы, тяжелое машиностроение, важнейшие центры энергетического машиностроения, турбины, цветная металлургия, транспортное машиностроение, лесное деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажная промышленность, ну и так далее.